Здравствуйте. Ну а что, сказать об этом не надо? Сказать, говорю, об этом не надо, или вы просто подошли поздороваться? Нет, говорю вам. Ну, говорите. А причина-то какая? Учет документов. Ну а что, не сказать об этом нельзя? По поводу чего? Сиди спокойно. Давайте с ваших начнем. С ваших начнем. А то много новых, еще ни с кем не знаком. Новых, а мы отбомбированы с Павлопосадки. Ну, тем более. Почему бы с Павлопосадки не поздоровался? Вот, значит, читайте. А что это такое? Это приказ. Угу. Пока удостоверение готовится. Ага. Вот, а что у нас в законе прописано, что инспектор обязан предоставить удостоверение, верно? Это замена удостоверения. Ну, также я вам могу замену прав показать. Какое? Вот, ну, любую. Это не моя вина, что у меня удостоверение делается. Ну, давайте тогда позовем инспектора с удостоверением, и он проверит у меня все. Я бумажке этой не верю. Почему? Ну, почему я должен ей верить? Заверено, а как? Ну, господи. Это же не я напечатал, а отдел кадров выдал мне. Ну, а как? То есть вы стажер, получается? Там ну, написано. Ну, вы не заходили читать? Нет, я такие бумаги я не читаю. Зовите нормального инспектора. Давайте. Все нормально. Все мило, мне нравится. У вас нет удостоверения. Я вам объяснил. Но. Нет, мне это ни о чем. Ну, потому что в законе прописано, обязан предоставить удостоверение. Согласны со мной? Ну, а где оно? Нет удостоверения, возьмите отпуск, отдохните, съездите на юга, в Крым. Кто же мне даст отпуск? Ну, господи. Ваше руководство, ваш тот же отдел кадров, который вам... Я был в отпуске. Ну, замечательно, можно сходить еще. Давайте, зовите инспектора, будем разбираться. Разбираться? Ну, с вами, да. Разбираться. Ну, кто вы, что вы, позовем настоящего инспектора. Настоящий? Пока нет. Почему? Ну, без удостоверения для меня человек, это просто человек. Это прямо? Да. Но у вас такое просто мнение. Да. Ну, оно же имеет место быть. Счастливой дороги. Счастливой дороги. Дорога всегда счастлива. Можно поехать? У местных спросите. Я не понял вопрос. Вы, что мне место? Все с ним будет. А, вы я, даже к ним не относитесь? В июле, до июля месяца буду здесь два раза, может быть, еще. Может быть, и все. Ну давайте тогда позовите инспектора, будем. Я с инспекторами ДПС только с буквы закона. Потому что наш 14-й батальон научил меня этому. Спасибо им большое. Конечно. Были такие. Регулярно. И поэтому они, когда меня видят, только счастливой дороги. Только счастливой дороги. Ну поэтому я говорю. Я место. Я даже вот машину сменил и все равно сразу узнал. Я не У меня все есть, поверьте. Вот этот принцип. Принцип, вот он железный. Смотрите, вот если как вы думаете, если я приобрел машину, у меня есть деньги на страховку, как вы думаете? Ну, кстати, вот с этим я поспорил. Насчет приобрели если машину, и то, что если даже дорогая она будет... Дело не в дороговизне. Дело в принципе. Нет, ты приобрел машину, следуй букве закона. Не все так все. Ну, я так. Нет, просто за это бывает случай, что люди останавливаются за 9 миллионов. Понимаете? Машина. А страховки-то нету. Вот. Извините, пожалуйста, я вам даже страховку показать не могу, вот честно. Она электронная. Нет. Да. Не суть страховки, что она электронная. Суть сейчас вы сказали просто. Вы думаете, то, что если машину, я приобрел машину, я не могу приобрести страховку, ну, а да. Некоторые почему-то не приобретают. Вот в чем вопрос. У меня даже кресло детское есть, то есть как бы все нормально. Ну ладно, мы либо продолжаем беседу в том ключе, который задался, либо мы желаем друг другу счастливого рабочего дня и разбегаемся. До свидания. Вам удачи. Спасибо.